Всем привет, ребят, с вами Аквизи, и сегодня у нас будет урок, как сделать, чтобы поднятое оружие не переключалось на это оружие. Ну, допустим, вот, смотрите, я выкинул пистолет, поднимаю его, и у меня встает он. Он, короче, у меня появляется в руке. Давайте я выкину его обратно, нажму Escape в игре, короче. Помощи настройки, параметры игры. Тут листаете вниз, тут есть настройка предметов. Переключать на поднятое оружие. Тут написано «да», надо поставить «нет». Все. Так. Давайте проверим. Вот у меня в руках нож. Я поднимаю пистолет, и у меня он не поднимается. Вот, ну, в смысле, в руки не берется. Ну вот, все, в принципе, я рассказал вам, как это сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будет типа таких же уроков. И пишите в комментарии. Всем удачи!